В Гродно продолжают сносить ветхие здания и дома. Потом эту территорию благоустраивают. В этот раз сносу подверглись строения Загрудненской областной филармонии. Отслужившие свой век постройки, в которых давно никто не жил, заменят новыми. Планируется строительство офисных зданий. Снос старых и нежилых строений проходит в нашем областном центре с весны минувшего года. Тогда в Ленинском районе непригодных домов насчитали 13, в Октябрьском – 6. Большинство из запланированных уже снесены. Например, под ковш попали здания по улице Левонабережная. Затем были снесены старые солдатские казармы. Планируется снос котельной, ну, трубы на Поповича. В Октябрьском районе также осуществляется снос строений, то бишь это сараи, гаражи, которые находятся в микрорайоне Фолиш. Эти же работы в микрорайоне Фолиш выполнены.